тут уже, по-моему, номер 22, но я уточню. По карте. В общем, мы чуть подальше отъехали от того, что был утренний дайвинг. Вот это вот поближе к острову. Здесь была черепаха. Скорее всего, она тут живет. Яйца откладывает на этом острове. На этом. Или может на том острове, который белый-белый. Он торчит из земли. В основной массе они так делают, черепахи. В общем, здесь была черепаха и скорпион-фиш. Рыба-скорпион. Вот. И тут очень сильные течения. Ну, как сильные. Течение есть, но не сказать, что прям очень сильно, но есть. Вот. Занимаешься хорошо.